Здравствуйте, приветствую вас на моем канале. Сегодня хочу рассказать вам, как можно добиться и научиться для начинающих делать ровную строчку. Вот вы можете взять и наклеить вот такую вот полоску. Это у меня с такого строительного скотча. Вот я его взяла, на нем нарисовала, да, разметку по 5 миллиметров, по сантиметру. И я его просто наклеила. Отклеивается он, в принципе, легко. То есть вот вы берете, он у нас отклеивается. Сейчас я вам покажу. Точно так же он назад приклеивается. И вы можете, придерживая ткань, направляя ее по какой-то из линий и опять-таки придерживая, добиться ровной строчки. Размещаем ткань под лапку, так чтобы она ушла у нас по намеченной линии. Прикладываем ее, придерживаем, прижимаем лапку и начинаем шить. Ткань вот так вот мы придерживаем, чтобы она у нас шла по линии. Я до конца не буду прошивать. Теперь вот вам покажу с одной стороны. Как бы красная нитка, ее вроде бы яркую брала, да, с другой стороны желтая, не очень видно. Когда мы делаем шов и хотим его выделить, то мы можем это сделать с помощью двух нитей. То есть вставить и продеть в иглу сразу две нити. Вот таким вот образом мы берем сразу две и вставляем его в машинку. Когда мы заправили, ну, точно так же, как одну, только две вместе, вот, мы можем шить дальше. Опять-таки по нашей линии распределили и начинаем шить. Таким образом, эта линия получается, вот видите, более такая вот контрастная, более выпуклая. Но при этом толщина нитки, ну, не очень такая плотная. Не такая, как у нас, например, для джинсовой ткани, да, когда мы шьем. Теперь, если вам, ну, у вас, допустим, нет такой строительной ленты, вы можете то же самое сделать, ну, или приблизительно то же самое, даже наклеив вот так вот изоленту, одну или две полосочки. Когда мы с вами делаем ровную строчку, нам не обязательно смотреть по нашим полоскам. Также мы можем взять за основание, допустим, край лапки и приставить вот, например, край лапки к нашему уже сделанному шву. Вот. И вот так вот мы будем идти по краю лапки и прошивать. Таким образом у нас получится два шва. Видите, одинаковые. Вот таким вот образом вы можете научиться делать ровные швы. Еще есть вариант, конечно, вы можете расчертить их мылом, мелом или специальным смываемым фломастером. Вот. Ну, в принципе, вот такие вот у меня к вам советы. Если видео было полезным, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал.